Есть у нашего народа замечательная традиция. Накануне больших событий сверять свои свершения и планы с великими ленинскими заветами. Встречая 26-й съезд КПСС, воины армии и флота, как и все советские люди, обращают свои мысли и чувства к образу Ленина, основателя коммунистической партии и советского государства. Во всех воинских частях и подразделениях развернулось изучение ленинских работ. Владимир Ильич стоял у колыбели наших вооруженных сил, непосредственно руководил их боевыми действиями в годы гражданской войны и иностранной интервенции. Для воинов армии и флота он был не только вождем, но и близким родным человеком. Ярким проявлением безграничной любви и уважения к Владимиру Ильичу было избрание его почетным красноармейцем многих воинских частей. В преддверии съезда воины различных гарнизонов побывали в местах, связанных с именем Ленина. Ленинград, Финляндский вокзал. Здесь встречали Ильича в апреле 17 года. Эта площадь слышала слова пламенной ленинской речи. У Финляндского вокзала на вечную стоянку встал паровоз, доставивший Ильича в революционный Петроград. А вот еще одно место вечной стоянки, овеянное бессмертной славой. Легендарная «Аврора», с выстрела которой начался штурм Зимнего дворца. Смольный – главный штаб партии большевиков в дни вооруженного восстания. Именно отсюда, 7 ноября 17 года, на весь мир прозвучали ленинские слова о победе пролетарской революции. Дом-музей в Горках Ленинских. Все сохранено в таком виде, как было при жизни Ильича. Здесь он решал важнейшие партийные и государственные дела. Здесь написаны многие ленинские работы, распоряжения, в том числе по укреплению обороны Советской Республики. Ульяновск. Город, где родился Ильич. Этот уголок русской земли вечно будет местом всенародного поклонения ее великому сыну. Мы живем по его заветам. 26-му съезду Ленинской партии посвящают трудящиеся новые достижения в деле повышения экономического могущества нашей страны, укрепления ее обороноспособности. Воины советских вооруженных сил встречают съезд большими успехами в социалистическом соревновании, в боевой и политической подготовке. На многие тысячи километров протянулись морские рубежи нашей отчизны. Одним из лучших среди подразделений Черноморского флота по праву считается батальон морской пехоты, которым командует майор Виктор Петрович Полосин. По итогам прошлого года батальон занял первое место, завоевал звание отличного, награжден красным знаменем Центрального комитета комсомола. Во всем этом несомненная заслуга комбата, опытного инициативного офицера, коммуниста майора Полосина. И только побывав у него дома, увидев его в кругу семьи, замечаю, что в сущности он еще очень молод. 13 лет прошло после окончания училища. Все эти годы Виктор Петрович служит в морской пехоте. Планомерно, настойчиво проводит он работу по повышению боеготовности батальона. Майор Полосин добивается от своих подчиненных безукоризненного владения техникой, всеми приемами боя.
Он воспитывает у воинов мужество, умение действовать в любой обстановке. А они всегда видят рядом своего командира, знают, что он готов помочь советом и примером, исправить оплошность, отметить отличившихся. Успешная служба майора Полосина получила заслуженно высокую оценку. Виктор Петрович избран делегатом 26-го съезда КПСС. За плечами многих слушателей Военно-воздушной академии имени Гагарина большой опыт полетов, выполнения ответственных заданий. В академии повышают свою квалификацию лучшие наши летчики. Но к боевому мастерству героя Советского Союза, коммуниста, майора Василия Васильевича Щербакова, его товарищи по курсу относятся с особым уважением. Военному летчику первого класса Щербакову нет еще и 30 лет, но он уже служил в должности командира эскадрильи, руководил группой вертолетов. Достичь этого помогли целеустремленность, работоспособность, неукоснительное соблюдение законов летной службы. Сейчас все его дни заполнены учебой. Это ступень, которая необходима для дальнейшего взлета. О некоторых эпизодах своей службы майор Щербаков рассказал во время встречи на Монинском комвольном комбинате. Сотни раз поднимал он свою винтокрылую машину над предгорьями Гиндукуша. Не раз приходилось совершать вылеты в условиях, где требовалось не только умение, не только выучка, но и незаурядное личное мужество. Его группа с честью выполняла свой долг. Большое доверие оказано Василию Васильевичу Щербакову. Он избран делегатом 26-го партийного съезда. Город Ковров Владимирской области – один из известнейших в нашей стране центров по производству мотоциклов. Мотоспорт популярен в нашей стране. Очень любят военно-технические виды спорта и советские воины. Вот и сейчас многие из них приехали в Ковров, чтобы поддержать товарищей, участвующих в заездах мотокросса. Спортсмены вооруженных сил были в числе главных претендентов на победу. На этих соревнованиях разыгрывался Кубок СССР, а также призы завода имени Дегтярева. Заезды проводились в классах мотоциклов 125 и 250 кубических сантиметров. В них приняли участие сильнейшие гонщики союзных республик Москвы и Ленинграда. Нелегкой оказалась трасса. Она потребовала от спортсменов полной отдачи сил, находчивости и смелости, совершенной техники вождения. Быстрее всех прошли дистанцию представители армейских клубов. В классе 250 кубических сантиметров отлично выступили братья Худяковы, оба младшие лейтенанты. На первом месте Владимир, на втором Юрий. В классе 125 кубических сантиметров первое место занял прапорщик Павел Рулев. Призы завода имени Дегтярева, мотоциклы, вручены победителям.